честь Дня физкультурника губернатор региона Александр Мор вручил награды тюменцам, которые занимаются развитием спорта в регионе и пропагандируют здоровый образ жизни. Среди них тренеры, ветераны спорта, учителя физкультуры, руководители и сотрудники спортивных организаций. Всего порядка 70 человек. Кроме того, в такой торжественной атмосфере тюменские атлеты получили новые звания. Удостоверение мастера спорта по биатлону, лыжным гонкам, дзюдо, боксу и другим направлениям. На сегодня по показателю вовлеченности населения систематические занятия физкультурой и спортом Тюменская область входит в число топ-5 субъектов Российской Федерации. Поздравляю сегодня всех жителей Тюменской области с наступающим днем физкультурника. Тюменская область – это территория спорта, поэтому пусть наша любовь к спорту приведет нас к новым достижениям, к здоровью, к бодрости духа. Безусловно, приятно. Знаете, в каком-то возрасте ощутил большую радость и энергию от того, что что-то делаешь и для других людей. И именно спорт стал тем лучшим приложением для меня. Поэтому вот и сейчас, как говорится, получаю первые награды от Александра Викторовича в том числе.